Тверской области из-за активного таяния снега и многочисленных осадков уровень воды в реках значительно повысился, из-за чего был введен режим половодья. Ситуация находится на контроле правительства региона и Главного управления МЧС по Тверской области. Тем продолжит наш корреспондент. Ситуация с половодьем в Тверской области круглосуточно на контроле властей и спасателей. На этой неделе уровень высокого половодья отмечался в городе Бело. Там вода подошла к опасным отметкам. Напряженная ситуация в Западной Двине и в Максатихинском районе, где из берегов выходит река Малога. Однако в ближайшее время, говорят синоптики, ситуация стабилизируется в связи с похолоданием. Наша область поделится на два участка. В западных районах будет холодно, будут отмечаться и разные фазы осадков, и дожди, и мокрый снег, и не исключен снег. На востоке потеплее, больше, конечно, дождя. По синоптической ситуации, вот, скажем так, дружное вот весеннее половодье, оно постепенно будет замедляться. В Твери же традиционно разлились Волга и Тьмака. Однако до критических отметок далеко. С наступлением паводкоопасного периода особое внимание уделяется мониторингу. За ситуацией следят сотрудники МЧС из воздуха, из воды, из земли. На помощь приходят беспилотники и вертолет. Авиаразведка позволяет оценить обстановку, спрогнозировать развитие ситуации, а также сократить время реагирования. Спасатели работают совместно с органами местного самоуправления, проводят совместный обход территорий и участков, подверженных подтоплению. Необходимость создания комплексного подхода к ситуации отметил и глава региона. Такие задачи губернатор поставил перед руководителями муниципалитетов, где есть риски подтоплений. Прошедшей зимой высота снежного покрова превысила среднее многолетнее значение. В связи с этим нам с вами необходимо усилить меры по обеспечению безопасности населения и территорий, которые у нас могут быть подтоплены при повышении уровня воды в реках, озерах и водохранилищах. Особого внимания требуют населенные пункты, которые расположены в зоне повышенного риска. Были поставлены задачи установить круглосуточный контроль противопаводковых мероприятий. В каждой администрации должны быть назначены ответственные за их своевременное проведение. Организовано постоянное дежурство на период половодья. Также необходимо следить за расчисткой дорог, ведущих к гидротехническим сооружениям. Силы и средства Главного управления МЧС России по Тверской области находятся в постоянной готовности.